Всем привет, с вами Виктор, мы с вами продолжаем прохождение игры Delta Force. Так, как вы помните, в прошлой серии мы прошли миссию под названием «Книга игры». Давайте же продолжим прохождение отдельных миссий и начнем вот эту миссию. Reception, по-моему, называется, Центральная Азия. Ну что ж, давайте начнем. Выберем снаряжение. М4, и все остальное выберем по умолчанию. Нажимаем старт миссии. King 6, the teams are in position. Returning to base. Roger, Black Widow. Break. All King elements, your objective is in the base camp about 500 meters to the south. Так. South 1, we've got a patrol up ahead. We're taking them down. Так, и что у нас за заданием? Книгу кодов какую-то надо украсть. А где нам ее достать? Эту книгу кодов. А, вот на объекте Raven. На объекте Raven ее можно достать. Я вообще правильно иду? Возможно. Не понял. Кто? This is King 6. The convoy is on the move. Charlie 1 is down. Secure the camp once the convoy is out of visual range. Так, ну нам куда-то вот сюда похоже. Так. А я даже не пойму, откуда они стреляют. Скорее всего, откуда. Ну, оттуда примерно куда-то они стреляют. Откуда ж ты стреляешь, ты? Как тебя можно было не заметить вообще? Это капец. Капец, ребята. Я его даже не увидел. Черт, я Альфу чуть не подстрелил. Нам повезло, что я его чуть не подстрелил. Так, ну чё там? Блин, кто-то стреляет, где-то стреляет, а я не вижу, никого не вижу вообще. Ну, похожий знакомый каньон вот этим вот как раз таки. Вот этим ущельем. Каньон знакомый. Главное, чтоб меня не стреляли, то мне боязно как-то идти. Боишься, сейчас застрелят, блин. Завалили. Но это еще ладно. Давайте заберемся повыше. Чарли. Нафиг. Чарли, подохли. Ну, походу, Чарли там уже всех успел расстрелять. Или не всех. Нам кого-то оставил Чарли, нет? Интересно, вот так вот. Стоишь, смотришь, смотришь вроде бы. Вроде бы никого нету. Как начинаешь вроде бы идти.
elements. Abort the mission. I say again, abort the mission. Ребят, это капец. Я просрал. Я что-то. Я что-то нужное, короче, уничтожил. Roger, Black Widow. Break. All King Elements. Your objective is in the base camp about 500 meters to the south. Я что-то важное, короче, уничтожил. Там что-то было, не надо было, наверное, стрелять. А, то есть не уничтожать книга кодов из Destroyed. Не уничтожать, может быть, книгу кодов как раз таки. Может, как раз таки этого не нужно делать. Может быть, как раз таки этого не нужно делать, уничтожать книгу кодов. Да я откуда знал? Secure the camp once the convoy is out of visual range. Какой конвой? Конвой вышел. Или ушел. А куда он ушел? Куда-то собрался. Ну вот так, все, вот так. Все, конвой нифига никуда не пойдет. Пацаны, паре. Паре, говорю. Это смертельно вообще-то. Вот бляха. Ты куда собрался, мудак? Где этот мудак, который меня стрелял? Убили? Так, нам надо как-то подойти. Вот в эту палатку стрелять опасно, там что-то лежит, короче. У нас после этого провал произошел. Блин, и сохранения нет. Фигня какая, офигеть. Беттер меня не будет стрелять? Хрен его знает. Чё такое? Кто здесь стреляет? А, ну это Альфа, походу, его убила. Блин, а чё? Подожди, книга кодов. А тут нету никакой книги кодов. А где эта книга кодов? Хотя подсказали, что ли. Держи. Так, ну ладно, давайте обследуем палатки. Походу, там на столе лежала книга кодов.
Так, здесь нету. Но здесь альфа лежит, значит. Значит, фигли, тут все равно ничего нету. Ну ладно. Так, что там еще надо? Вот она, книга кода. А че он опять здесь у террористов? King 6, Alpha 1. Codebook is secure. Convoy is Manta. Base is Atlantis. Frequency 7830. Roger that. Making the call now. Блин. Хреново. Я даже не пойму, что делать. Вот блин. Так. Ну что ж, всем привет, с вами Виктор. Немножко прогуглив и перевёл мое задание, я понял, что вот первое Eliminate is hostile is the object Raven. От object, то есть Raven, это получается у нас уничтожить, короче, силы сопротивления. Ну, короче, всех солдат уничтожить, всех врагов на объекте object Raven. То есть вот здесь вот. И, короче, второе, destroyed конвой. Destroyed конвой, уничтожить весь конвой. Короче, давайте поищем здесь солдат, может где-то они остались. Хрен его знает. Так, как карту открывать, ребят? Так, давайте глянем. Object Raven. Ну вот, я на этом объекте стою. Вот. Конвой. Так. Вот я иду. Так. Вот я иду к объекту Raven, получается. Так, вот Альфа Чарли 1 и Чарли 2. Это что? G8. Какое-то строение. Ладно. А где, получается, подождите. У нас тут не осталось больше противников. А нету противника. Ну если вот так, давайте вот так вот обратно, вот по всему маршруту, короче, пробежимся. Может, где противника и встретим. У меня больше вариантов нет. Нет у меня больше вариантов, ребят. Потому что сейчас... Давайте пока не уничтожать конвой, потому что я думаю, если мы уничтожим конвой... Конечно, ничего плохого не случится у нас. Но мне кажется, пока конвой не стоит уничтожать, пока мы не уничтожим силы соперника. Так. Ну вот это первое задание у нас выполнено, то, что нам надо захватить, короче, книгу кодов. Книгу кодов мы с вами захватили. А вот как раз-таки второе задание мы не выполнили, не уничтожили силы противника. Не уничтожили, короче, все враждебные силы на объекте. Так, а где эти силы, я вообще не подозреваю. Кого я не убил? Это вообще дерево было. Кого я не убил? Ну сказано же на объекте. Я вот на объекте том и стою. Подожди. Там он объект. Объект Raven. Я вообще не пойму. На объекте том вообще никого нету. Вон. Вот эти два, вот эти я убил, вот этого я с горы убил. Кого я еще не убил? Я не понимаю. Может, действительно я кого-то не убил? Это кустик стоит.
книга кодов, ну это задание провала, эта книга кодов уничтожена, если из-за конвой ушел. Это задание, миссия провалена. Если конвой ушел, книга кодов уничтожена была. Ну, первое, что у нас это, мы не додумались, это то, что... Подожди, может, вот эту вот фигню надо взорвать? У меня тоже сейчас мысль ее взорвать. Давайте попробуем ее взорвать. Может, действительно, если ее взорвать, задание будет выполнено. Задание выполнено. Бляха. Да что ты делаешь, дурак? Оказывается, это на контроле стреляешь. Как так? Кто здесь? Да кто здесь мог остаться, если бы тут кто-то остался бы? Этих кого-то уже бы. Это кто-то меня давно бы уже застрелил бы. Ты пустой. Вот он меня бы прямо, если бы даже он в машине сидел, он меня бы прямо из машины бы и застрелил бы. Я другого варианта не вижу. И здесь нет никого. А может... радио какое-то. Locate радио. Что-то я даже и не подумал. Давайте попробуем его уничтожить. Но... Опять! Я не понял, книга кодов у меня! Ребят, я не понял, короче. Что делать? Уничтожаем антенну, блин, все не так. Бах. Бах. Ну, все. А, последний. Бам. Все. Ну-ка. King 6, Alpha 1. All primary targets destroyed. Bravo, finish the job and take out the base. Последнее задание. Ну, оно тоже на объекте Raven. Raven объект у нас, вот он. По сути, вот объект Raven весь. Уничтожить всех садал. Чё за эта фигня? Это чё за баг такой? Чё за баг с игрой такой, я не понял. Даже давайте вот этот дом исследуем. Не зря же он здесь стоит. Тут наверняка кто-то должен быть. Так, а у нас бинокуляр есть? Бинокуляр. Подожди, а где наш бинокуляр-то? Ха. Ну нет никого, ребят. Нету. Я не вижу никого. Тут одни кусты. Подождите, а может надо было что-то с тем аппаратом делать, ребята? С книгой кодов. Я даже не знаю. По сути, у нас задание написано, что оно же выполнено. Два задания у нас выполнены. Третье не выполнено. Я бы плюнул бы на это задание, но тоже охоту... Всё-таки узнать. А где эта дверь-то находится? Ха. Дверь есть. И она открыта. А как сюда войти, непонятно. Я до сих пор до меня не доходит, ребят. Как?
Ну смотрите, вот дверь открыта. Дверь закрыта, а там через окно видно, что дверь открыта. Короче, у нас миссия проваливается, если, короче, конвой уничтожается. Как я понял. Это как я понял. Я вам так даже не скажу точно. Миссия провалится, если где-то уничтожаем, короче, спутниковую антенну. А почему-то у нас, смотрите, у нас в вещах пропал как раз-таки книга кодов. Написано, что она была уничтожена. Как так она была уничтожена, скажите, если она была у нас? Мы ее лично вот из этой палатки вот забрали. Вот с этого стола. Давайте, конечно, переиграем этот момент. Переиграем. Я переиграю этот момент. Потому что я что-то даже не пойму, что тут, как, почему. Вот так вот. Все, поехали. Давайте сначала начнем. Я хочу понять вообще суть. Может быть, антенну не надо трогать. Ага, ну вот мы первый солдат. Убит. Все. Сейчас нам надо главное успеть до конвоя. Все, давайте теперь бегом вот об обход до конвоя. Конвой надо остановить. Надо остановить конвой. Теперь нам надо успеть остановить конвой. Так. Быстрее вот так через горы, через горы. The convoy is on the move. Secure the camp once the convoy is out of visual range. Иду, подожди меня. Ай, промахнулся, бляха. Бляха. Чё у нас лайм включен гранатомет? Так, кто меня тут звал? Сознавайтесь. Это вот так не надо, ребят. Куда это он собрался? Ты куда собрался? Куда ты собрался, алё? Я тебя сейчас Grand Launch'ем. Все, стоять на месте. Пока Black Waiter не скажет ехать. Или как там мой позывной. Чё надо сделать? Вот сейчас давайте уничтожим. Ай! Отстаньте, блин. Вот, из этой палатки. Здорово, дружище. Ай, блин, тварь. Ай-яй, на этот раз Альфа не справилась. На этот раз Альфа не справилась. Я думал, Альфа его уничтожит, за меня, оказывается, нет.
Ладно. This is Alpha One. We've got a patrol up ahead. We're taking them down. Спи спокойной ночи. Так. Что-то наша уже эта серия что-то затягивается. Блин. Что-то нехорошо надолго затягивается. Куда ты? Куда ты? Куда? Где тут этот бежал? This is King 6. The convoy is on the move. Secure the camp once the convoy is out of visual range. Так, теперь давайте достаем большой лав. И далем. Сейчас вроде бы вот этот вот шаг должен. Подох. Подох. Подох, все. Второй в этом чертом собачнике сдох. Здорово, танк. БТР. Окей, наконец-то, блин. Теперь надо уничтожить, блин, этот БТР. Все, чтобы он никуда не свалил. Так, ну и добить остатки врагов. Ну, походу вон там такая, там, который радио стоит на столе. Походу мне его и надо. О, Чарли. Стоят, блин. Два шакала. Но, ну вот забираю я эту книгу кодов. Как подключиться по рации? Прием. Конвой из Манта. Base is Atlantis. Frequency 7830. Тю. Ну чё, подключаемся к частоте. Подключаемся к частоте, алло. Так, ну чё, давайте теперь конвой уничтожим. Не будем пока эту антенну уничтожать. Она каким-то макаром связана с этой книжкой. От
Отлично. King 6, Alpha 1. All primary targets destroyed. Так. Bravo, finish the job and take out the base. Итак, перевел я еще раз за всю игру, уже второй раз, что это такое вот Eliminated Remaining Personnel, это как ликвидировать оставшийся персонал. Какой персонал этот? Я тут персонала вообще не вижу. Нету тут никого. Они вообще про кого говорят сейчас? Че, мне вот бегать прям искать этот персонал? А тут вряд ли где-то кто-то есть. Так, куда ты с Гранд Лаунча стреляешь? Если бы кто-то был, меня бы давно убили бы.